Проблема в том, что в квартире тишина исчезла. 41 год живем, 39 лет спокойно, тихо, как вот сейчас, никаких помех. И 2 года это безобразно. Шум и непонятные вибрации не дают покоя Антонине Ивановне. По словам пенсионерки, появляются они ниоткуда, причем в разное время суток. Спим только при помощи очень таблеток, сильнейших сонных таблеток. И это продолжается до сих пор. А они все равно в 5 часов могут включить этот движок, в 6 утра, в 3 часа могут включить. Кто такие они и какой движок мешает жить спокойно, пенсионерка еще не выяснила, но обратилась в Роспотребнадзор с просьбой разобраться. Специалисты ведомства решили измерить уровень шума в квартире. Измерение мы проводим 1 метр от стены и 1.5 метра от окон. В 3 точках помещения равномерно распределяя их, 3 точки, 1, 2, 3, соответственно, и на высоте 1.2-1.5 метра. Будем мерить шум фоновый, затем при выключенном оборудовании. Контрольные данные еще предстоит изучить. Впрочем, как и найти невидимого виновника? Сама пенсионерка предполагает, что возможный нарушитель спокойствия – центр грудничкового и дошкольного плавания «Золотая рыбка», расположенный на 1-м этаже дома. Между дверьми бассейна и дверьми магазина, интернет-магазина, существует какой-то проем, забитый каким-то щитом. Вот откуда подозрение идет, что этот вибрационный шум идет именно оттуда. Впрочем, специалисты центра «Золотая рыбка» с выводами пенсионерки не согласны. Жалобы поступали к нам. Мы работаем уже на протяжении 4 лет. Проверки проходим раз в полгода стабильно. Все рабочие места у нас проходят аттестацию каждые полгода обязательно. Протоколы исследований и испытаний мы делаем каждый месяц. Ведь в протоколы входят не только качество воды, но и замеры влажности воздуха, света и шума на рабочих местах. Виноват центр или нет, предстоит еще выяснить. Тем временем шум может распространять и другой обнаруженный объект. По результатам исследования мы уже сможем сказать, вносит какой-то вклад работа данного оборудования в общую шумовую характеристику или не входит. Ну, как бы одновременно по результатам обследования было установлено, что этажом выше соседями был установлен кондиционер как раз в 2020 году. К слову, если выяснится, что источником шума все-таки является внешний блок кондиционера, который как раз расположен над окном пенсионерки, то тогда история перейдет в другое русло. В этом случае женщине придется договариваться с соседями полюбовно или через суд. Отметим, что подобных обращений в Роспотребнадзор немало. Процент обращений достаточно высокий, стабильно. Примерно 15-20% обращений, которые вообще в целом поступают в управление на условия проживания в жилых зданиях помещений, связаны именно вот с уровнем шума. Отметим, что в полномочиях Роспотребнадзора разрешение споров между собственниками жилья и владельцами торговых и иных помещений, расположенных в жилых домах. Если у вас возникли подобные проблемы, вы можете связаться со специалистами по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора, который сейчас вы видите на экране. Роман Попов, Алексей Ромашов, Новости дня.